Всем привет, вы на канале Алла. Подскажите, сегодня показываю свой планер. Раньше это был личный дневничок. Можете посмотреть, тут достаточно мало листов. Их было 200. Но они и так лежат там отдельненько. Здесь такое вот сердечко. И вот такое вот. Мне вот это очень нравится тоже. Это типа Париж. Я не стала его обклеивать. Тоже Париж. Так, у меня что-то вылетело. Когда вы открываешь, как бы все не очень аккуратно. Ладно, давайте откроем. Та-дам! Тут всегда штука сюда улетает. Здесь очень много чего. Начнем вот с этого. Что мы увидим первым? Это такой маленький журнальчик. Почему журнал? В журнале обычно записываются события. Тут, допустим, 8 у нас не было литературы русского. 12 мы никак не можем нарядить наш класс. Ушла домой после математикой. Самая интересная биография Льва. То, что нам задавали такие интересные, самые записывали. Там здесь такое вот сердечко. Скотчик. Держатель для ручки. Ручка у меня тоже непростая. Правда, она, конечно, могла закрываться, но вот эта штука, видите, вот эту штучку, она держит ее, поэтому она не может закрываться. Вот здесь такой кисюн, я его сама нарисовала. Здесь мне показал когда-то накладные ногти, короче, набор. Тут такая классная штучка, я сюда пленку наклеила. Вот тут у меня также есть... Вот линейка такая. Вот тут такой лебедь или чайка. Не знаю, вообще непонятно кто. Там у меня находится вот такой кусочек бумаги, он как зеркало. Вот. Вот такая вот штучка. Вот. Потом такой ластик с ушком. И карандашик. Сейчас достану. Такой карандаш. Я его обклеила любимым скотчем. Так. Фокус. Вот такой карандаш. Так. Готово. Здесь хранится все, что нужно. Здесь записи. Тут ручку и так далее. Иногда, короче, чтобы эта штука не открывалась сама. Вот. Закрыла. Открыла. Она держится линейкой. Вот это очень удобно. Перейдем к самому планеру. Несмотря на то, что за листы планера. Впрочем, все, что здесь есть, составляет 1 миллиметр толщиной. Здесь много чего. Так, начнем. Первое. Короче, покупали манекены в магазине Zenden. Там к ним такая штука шла. Я ее решила приспособить сюда. Здесь закладки. Вот такой котик. Еще один котик. Уже Hello Kitty. И две вот такие простые. Сейчас. Их просто покрасила в лак. Вот. Как бы так выглядит эта штучка. И потом я у меня из дырокола делала все специальные дырки. Такая вот арбузик. Ой, ну короче, вы поняли, какой-то это фрукт, не знаю. Потом такая милая картинка. Вообще это билет. Папа летал. Здесь дальше у меня расписание. Короче, календарик на сентябрь. Его надо заламинировать. Вот такая вот штучка. На ней тоже можно писать. Жить беззаботно, легко и красиво. Такая тут дама. Это все объемное. Вы видите. Вот, и также здесь сделана такая окантовочка. Это у меня был красивый скотч, я его пополам порезала. Дальше. Здесь же написано «Фаворит Friends», то есть «Лучшие друзья», туалетная бумага и какашка. Здесь вы можете почитать, сделаю вот так, чтобы вы поняли, почему я стала блогером. Да, согласна, тупой вопрос. Здесь, ну, это другое. Простите. Дальше. Мой любимый мультик «План недели». Наконец-то дошли до плана недели. На 7 дней. Вот тут будут еще какие-нибудь планы. Пока что я эти листы вставила. У меня еще такая стопка таких листов. Дальше идут здесь разные такие. Ну, поняли, что это такое. Вот уже тут немножечко отклеилось.
Как так? Нельзя отклеиваться. Вот, такие вот опять разных сердечки. Вот это яблочки. Туда можно что-то засунуть. Я туда засунула вот этот смайлик. И я не знаю, как его оттуда высунуть. Ладно, высуну. Вот, это был мой планер. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.